Приветики, всем моим косметным мальчикам. Сегодня у нас распаковка декоративной косметики. Эта посылка, по всей видимости, вскрывалась. Я знаю, что здесь написано Beauty Case или что-то такое там сзади. В общем, открываем, чтобы вас не томить. И себя тоже. Потому что мне тоже максимально интересно, как оно все будет выглядеть. Живую и вообще. Да, я так и знала, это тени. Я заказывала однушку таких болотистых теней. Цвет должен быть такой болотно-коричневый, зеленоватый. Запаковали как в последний путь, но это хорошо. Давайте как-то по-другому откроем, наверное. Сейчас поддену ножницами. Ну, правда, как в последний путь. Но это хорошо. Значит, тени очень навряд ли как-то повредятся. И скотчем, и пупыркой. Ух ты! Посмотрите, какая красивая упаковка. Такую будет жалко выбрасывать. Хотя в последнее время я за то, чтобы максимально все первым делом выбросить. Всякие упаковки. Никогда ничего не люблю хранить. И даже это нам сейчас придется как-то расковыривать, чтобы достать тени. Давайте я еще раз отрежу. Не добраться, господи. Это одна из самых выгодных однушек на Али. Сейчас скажу, сколько стоит. $1.09. Я хотела именно вот такой цвет. У меня была уже зимой такая палетка теней. И больше всего мне в ней понравился вот подобный оттенок. И поэтому я себе отдельно заказала именно такой. Написано eyeshadow, тени, фирма. Кстати, мой номер это 09. Что у нас есть сзади? Все на китайском и что-то еще маленькая приписка на английском. Ну, давайте уже откроем, наконец. Так как упаковка мне очень понравилась, я не хочу ее разрывать и выкидывать. Очень красивая. И что у нас сзади? Смотрите, как вложен спонжик, просто вложен. Кстати, в нем такие мелкие блесточки, прикольный. Не знаю, буду ли я им пользоваться, я люблю такие тени всегда наносить пальцами. Ой, что это у нас тут еще? Зеркальце. Я знала, что это будет зеркалом палетка. Ой, палетка, тени. Как же долго их распаковывать. Но продавцу огромный лайк за то, что он настолько позаботился о сохранности теней. Блин, я уже, честно говоря, задолбалась их распаковывать. Странно, почему они вскрывались на таможне. Вот это настоящая распаковка в прямом смысле. Распаковываешь все видео. Посмотрите, какой красивый оттенок. Именно такой, как я хотела. Болотный, с зеленоватым и коричневатым отливом. Обожаю именно такие тени. И это мой любимый цвет, мой любимый размер. Давайте откроем. О, открывается легко, кстати. Смотрите, какой принт с сердечками, очень милый. В ближайшее время начну пользоваться. И когда попользуюсь, уже покажу в полном видео, когда мне придется все из декоративной косметики с Али. Я уже покажу видео, когда я попользуюсь, вот полный отзыв. Ну, по первому впечатлению, тени должны быть кремовыми, очень приятными. В общем, в ближайшее время буду пользоваться и радоваться им. Я только что заметила, что тени реально дуохромные. То есть, если мы в эту сторону поворачиваем, они такие более зеленые, а в эту сторону как бы от себя более коричневыми смотрится. Вот даже на камере очень хорошо заметно. Зеленовато-желтоватые такие болотистые. Просто обалденный оттенок. Это именно то, что я хотела. Именно то, как изображено на фото у продавца. Ссылку на того продавца, у которого я купила эти маленькие тенюшечки, я оставлю, конечно же, в описании. Интересно, сколько здесь грамм? 3,5 грамма вот написано. Кстати, это очень огромный размер за такие деньги. Классно, можно заказывать. Упаковка просто на подарок супер. В общем, всем пока, ставьте лайк, смотрите мои другие ролики.